Привет! В прошлом ролике я показал вам, что происходит в судебном участке 43 мирового суда города Николаевск-на-Амуре и Николаевского района. Как судья, вернее не судья, а лицо в мантии по постановлению правительства Хабаровского края за подписью Луговского, выписанным на имя Злогода Ксения Федоровна, а на самом деле являясь Губенко Ксения Федоровна, по крайней мере так она подписывается, вот под этой фамилией фантомной, она шлепает судебные приказы, судебные решения и тому подобную неадекватную ересь. Теперь несколько слов о том, что можно сделать дальше. Все судебные решения, подписанные и принятые Злогубенкой, то есть фантомом Губенко, действующие на основании постановления на фамилию Злогода, ничтожны и подлежат немедленному аннулированию. Наказание за эту самодеятельность предусматривается Уголовным кодексом Российской Федерации. Здесь и подлог, и превышение полномочий, и много всего. Копать статьи просто некогда. Возможно, у кого-то будет на это время, и тогда Злогубенко сможет получить достойную награду от тех, кого она зачаромутила. Отзывайте решения, подписанные фантомом, пишите частные жалобы, подавайте их в городской суд через судебный участок 43. Тети в черном сами передадут материал на себя. А самое главное, выражайте им общественное недоверие, выражайте им общественное порицание, делайте фантому отводы. Такая неслыханная наглость должна жестко пресекаться. Пускай умничают на континентальном шельфе, на расстоянии 380 километров от берега континента. Все согласно пункту 2 статьи 67 Конституции РФ. Проявляйте активную жизненную позицию, не позволяйте лицам в черных мантиях дурить вам головы. И еще такое краткое замечание, уважаемые зрители, что возможно именно поэтому судьи никогда не покажут вам ни своих удостоверений, ни своих паспортов. Возможно, это связано с тем, что это совершенно другие лица, которые не имеют на это полномочий, которые не имеют на это имя элементарно паспорта Российской Федерации. Так кто же нас все-таки судит? А судьи кто? Thank you.